Приветствую на канале Asmodee Play. И у нас Naruto Shippuden Gekitou Ninja Taisen Special. Gekinin no show erande kudasai. Будем играть его. Скина моду эранде кудасай. Давайте. У нас будет бой. Самазама на ниммю ни чоусен ши стейджи о крия штейку моду дес. Подождите, он как-то звук уменьшит. Итак, делаем ему вызов. Хотя вот, может, по идее, вот это вот. Это у нас что? Так, это у нас вызов. Это у нас вызов. Так, Муцуман Себа Челленджера. Это 1000 КТМ, вот это. Вот это что за какая-то дорога? Давайте. Будем использовать, кто у нас будет. У нас будет Чоджи. Если я, конечно, правильно помню. Так. Посмотрим. Рука, нога, что там? У него... Ну, поехали, поехали. А, вот такая дорога. Понятно. Что-то обозначает. С кем-то драться надо. Давай. Я готов. На. Вау. На. Не попал, блин, плохо. Еще давай. На. Ты думаешь, я такой простой, а? На. Опа! Словил. Ну и это еще не все. Сейчас мы им нахреначим там. Покажем ему Кузькину мать. А что, все, что ли, один бой? А что-то надо было сделать, ладно. Давай сюда. Опа. Ну чё, старт? Давай. Завалим его. 2-2. Ладно. И. Вау. На. Подожди. На. Попал. Охренеть! Вдвоем-то как мы сейчас отхреначим им. Как, а почему вдвоем-то? Вау! Да кто бы сомневался? Блин! Тихо! Да подожди! Вау! Получил! Получай! На! Угробил бедолагу! Бывает! Даже в паре я крут! Ладно, ничего страшного! Это, кстати, Наруто очень хорошая игра, я помню, когда-то давно в нее играл, несколько лет назад еще. Вот вдвоем в нее прикольно играть, потому что это, как он, Тен или как она есть, игра-то, где биться-то надо на PlayStation. Вот теперь я с тобой буду. Вау! На! Опа! Попался!
сколько там, 6 гран, это 32 или 64? 64 все-таки. На. На, хрен, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Давай, исчезай. Попался. Ну, как видите, игра прикольная. Подождите, давайте уберу эту стрелку, чтобы она вам не мешала, не смущала ваши умы. Ну, что-то не сделал, ладно. Давай. Заходим. Бой. Вау. Что это за неизвестный Куклус-клан этот? Не понял. Клон. И все, что ли? А как так? А, на один удар, да? Сколько я успею свалить? Ладно. Подождите, я что, проиграл, что ли? Ну-ка, еще разок. Ай-яй-яй-яй-яй. И все. Мне один удар, и им один удар. И кто кого. Не пропусти ни одного, называется. Ну сколько-то надо было в количестве, видимо, завалить их. Ладно. Я так понимаю, я там проиграл, ладно. Вау, это кто? Тен, это с оружием, которое... Девчонка. Хау! Ну давайте посмотрим. Кто круче? Ты готова? Давай, девочка. Гай сенсей. Кстати, мы из одной группы, как я понимаю. Как я помню. Так что... Ну что, быстрее не можешь говорить? Тихо. Вау. Ни хрена себе, вот тебе. На. Тихо. Блин. Нет, нет, нет. Да тихо ты. Да как так-то? Да, уйди. Тих там не получилось. Не получилось, блин. Реальная мощь. Если бы я знал, что ты такая засранка, я бы... Ладно. А мне в любом случае тебя надо пройти, да? Проходим. Тен-тен. Да, подожди ты. Охренеть. Это мне еще повезло. Давай. Я тебя не подпущу к себе. Спокойно, отойди от меня. Да уйди. Не попало. А тихо ты. Есть, завалил. Фух. Так-то да, сложный противник, блин. Ни хрена, она то ловушками, то камнями, то чем только меня не хреначило. Так, ну что-то я все равно не выполнил.
Ну что теперь? Так. Ну-ка давайте-ка сюда. Подарочек. Заслужили? Да. Вау. Песок, это кто же? А, вдвоем опять. Песок, это у нас... А кто он в песке-то там? Тихо. Не вижу. Блин. Да, получилось. Спокойно. Давай. Давай, вдвоем-то мы уж точно одолеем. Фух, с передачим паром. Нормально, мы же одна группа. Так. Победили. Сюда. Что там? Ух ты, блин, еще один кукловод. Ну давай. Спокойно, спокойно, спокойно. Попал. Вместе с какашей сейчас там у тебя ох разделаю. На. Что? Вау, вау, вау. На. Куда ты? Ты что, не знаешь, что я там руками, ногами владею, там как что есть? Тихо, тихо. Давай, иди сюда. На! Попался! Замечательно! Попался! Попал! Круто ты попал на ТВ! Так, а какаши-то я точно помню, он еще должен собак вызывать там из-под земли. Они держат, а я в это время хреначу его. Так, только как это делаться, я не помню. Так. Конечно, мы это хотим. Вау, Саски. Саски, Саски. Ой, ой. Так. Получил. Тихо. У меня тоже блок есть. Вау, так мне кажется, я неплохо его так забил. Кстати, есть игра Наруто. Вот как Counter-Strike, только Наруто. Точно помню, я в нее играл, только я не помню, как называется. Также ну, Наруто может делать клонов, Саски делать Чидори, у кого-то, у всех свои фишки. Как сказать, реальный такой, как сказать, реальная игра, только я не помню, как называется, где ее искать. Пробовал найти ее, ну уж... Не получается. Ага. Так.
Ну сколько? Все равно сколько-то. Шестерых завалил. Уже лучше, чем тогда один на один одного завалил. Но все равно ноль собрал чего-то там. Видимо, десятками собирается. Давай. Что у нас? Ага. Вот смотрите, он уже в режиме этом отшельника. Так. Блин. Ни хрена ты меня мутузишь-то. Ты меня одел, как бог черепаху. Вот вообще честно так. У тебя мало то, что чинчурики еще и в режиме отшельника. А я просто я. Ладно. Нет. Давай. Попробуем его. Все равно его можно завалить. Спокойно. Тихо-тихо. Да, блин. Нет, 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 нет. Да, блин. Тихо, отойди, отойди. Блин, чуть-чуть оставалось-то. В сторону отойти, как нахреначить его. Ты чё, думаешь, это все? Да вот ты не угадал. А смотрите, один заработал какой-то. Но я его не победил. Так. Блин. На. Да как так-то? Блин. Он как-то должен еще воздушное кольцо делать. А вот его мега Расинган должен быть. Это я разучился. Бахать-то. Он такой большой Расинган еще должен уметь делать. Где-то есть обучающее видео. Обучающий курс. Так, ладно. Мы вот так пойдем. Так. Трое на трое, что ли? Да подожди ты. Блин. Так, а мы не понял, а что, втроем против одного, что ли, нахрена что-то его? О, все сделано, аж на золото что-то прошли. Так. Ну давайте. Посмотрим. Хината. Да, блин, хорош базарит. Тихо. Вот, попал.
Какой? Ни хрена тебе. Вот тебе и Хината. Вот тебе и скромняшка. Отделала как бог черепаху. А чё у меня всё-таки боевые-то? Ну, физически-то я уже более развит. Давай. Так, ну-ка дай-ка я отойду. Блин, ну смотрите, ну как? Да тихо ты. Попал. Только вы не думайте, что это так все легко и просто. Вот тебе. Отыгралось напоследок-то. Вот тебе, девчонка, вот тебе. Она видит же все мои действия. Я помню эти, кто там. Как глаз-то называется-то? Не Шеринган. Забыл, как глаз называется. Он. На. Блин, смотрите, она меня уже практически угробила. Вот стоит к ней подходить? Нет, конечно. Вот тебе, эй, эй, эй. Ладно, давайте попробуем выйти из этого режима и попробуем найти... Где тренировка-то там? Помню, была тренировка. Не показаны были бои. Старт. Что старт? Ну, старт. Так. Вот здесь у нас первое. Что у нас здесь первое? Так, продолжить. Второй. Перейти к персонажу. Так, выберите. И в главное меню. Ну, я даже не знаю. Вот. Ой. Это не то, прошу прощения. Так, и что у нас? Главное меню. Выберите персонаж. Ну, давай. Заново выбрать персонаж, что ли? Давай вот это вот. Или что, это заново? Это, наверное, заново, но... Ладно. Сейчас перебьем его и попробуем опять на тренировку там зайти. Вау! Попал! Наводнение! Что там, акулы или что? А, нет, я сам в воде. Ну и по голове последний раз. Будем выходить, искать, где тренировка у нас. Ну понятно. Так, а как тут выйти-то? А, вот. Минутку. Да, выйдем. Какие режимы у нас есть? Это вот у нас режим одна пылинка. Как что за одна пылинка, не знаю. На одного, в общем, вот этот режим. Одиночный режим сравнения. Это у нас для двух человек. Это через Wi-Fi драться.
А вот это у нас... Я даже не знаю, что это у нас. Это у нас... Даже... Так, а как это выбрать? Давайте посмотрим, что это у нас такое другое. Может, где-то здесь у нас тренировка. Так, руководство, обучение мы... Так, вот... Обучение. Так, нам надо вот это. Вот она. Конечно. Так, один. Один на один или что? Сейчас, минутку. Так. Давай-ка вот так вот. Я даже не знаю. Ну, один на один. И все-таки мы попробуем, я говорю, потому что я хорошо помню, что вот у него было. Все. Поехали. Поле битвы у нас будет. Давайте что-нибудь посветлее возьмем. Вот. Итак, у нас обучение. Здесь у нас ничего не происходит. Ну, даже не знаю, это какую-то... Подождите, это... Как вот? Так. Это вот мы вокруг него ходим, это я знаю. Подождите. Стойку не меняет? Так. Ну это он нам попался, потому что мы его задели, это мы знаем. Нет, он должен как-то крутиться. Или... Нет, нет, нет. Вот, вниз показано. Так. Так, это вот вверх. Удар это ноги. Нет, как-то маленько он все равно. Нет. Какие-то должны быть удары, приемы. Так, надо на какое-то обучение, где должны показаны быть удары. Сейчас мы ему. Так, исчезновение, как оно делается? Да блин, я не то хотел нажать, ну не то. Подожди. И он сближается, кстати, все время. Так. Подождите. Нет. Бросок. Так. Не понимаю. Блин,
Так, из боя мы можем выйти сейчас? Так. Из боя-то мы можем выйти. Только что нам надо выбрать? Сейчас посмотрим. Нам надо... Так. Что у нас? Запустить снова. Так, список дуэтов. Давайте-ка... Вот сюда. Так, нет, подождите. Вот свитки, по-моему, давай. Это чего? Это записи. Ну-ка, вот это может. Ну-ка, давайте-ка. Так, пульт AV, так, настройки звука. Слабая. Ну, давай попой. Прошу прощения еще разок. Нет, это мне не надо. Это какое-то название. Нет, это какой-то пароль. Хрен пойми что. А, это атаки, уровни атак. Так, это у нас что? Непонятно. Так. Так, ладно. Это мы какой? Это мы вот это использовали? Это на двоих компания играется. Да давай. Тут можно менять их. Так. Ну-ка, какая у него атака? Они, кстати, одноразные. Вот. Этот делает Расенган. Да. Тот, значит, охренительный Расенган делает, большой. Говорю же. Так. Понятно. Кидать. Какие-то у него дополнительные должны быть. Так. Поменяем. Это вот менять. Так, это мы разобрались. Теперь твоя суперка. Почему-то они ближние. Есть дальние. Знаю. На среднюю дистанцию. Ну-ка еще разок. Чидори. Понятненько. Так. А ему больше не надо. Понятненько, так. Давай-ка на Наруто.
Давай. Так. Так, вот есть же одна кнопка еще. Ладно, с этим мы потом разберемся. Так. Это получается вот в прыжке. Вот такой удар. Ну да, уничтожаю его по-быстрому. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Думаю, у меня будет их несколько этих видео с Наруто. Ага. Как-то он выпускает клонов. Ладно. Пока.